Федеральное агентство по туризму и Российское военно-историческое общество представляют военно-исторические маршруты России. Побывайте в местах воинской славы страны. Это незабываемое путешествие по страницам нашей истории. Нижний Новгород. Город-труженик на Волге. В годину смутного времени ополчение под предводительством нижегородца Минина и князя Пожарского положило конец польской оккупации. Республика Мордовия. Деревня Алексеевка. Бывшее имение причисленного к лику святых адмирала русского флота Федора Ушакова. Самара. В годы Великой Отечественной Куйбышев – резервная столица Советского Союза. Здесь на глубине 37 метров построен знаменитый бункер Сталина. Удмуртия, Ижевск, город-завод. Концерн «Калашников» продолжает славные традиции русских оружейников. Саратовская область – важнейший стратегический резерв страны. Кировская область – родина маршала Конева. На заводе «Молот» в годы войны производили легендарный ППШ. Здесь ковалось оружие победы. Путешествуйте по России. Гордитесь историей своей страны.